Если в треугольнике все стороны равны, то все углы у него по 60 градусов, да? И наоборот, все углы по 60 градусов, то все стороны равны. Проводите окружность с центром на этой окружности, проходящей через центр. После этого проводите окружность вот так вот. После этого с этим центром проводите окружность вот так вот. Господа, обратите, пожалуйста, внимание. Вот эти все отрезки равны. Это один и тот же, тот самый раствор циркуля. И вот это половина правильного шестиугольника. Все согласны? Вот, соответственно, если вы продолжите эту деятельность, то понятно, что у вас возникает такая розочка. Так, ну, ребят, у меня, может быть, немножко криво получается. Но надеюсь, что все-таки понимают идею. Вот сюда ставим ножку циркуля, и, соответственно, получается здесь. Так, ну, в общем-то, что-то у меня совсем уже криво пошло. Вот ставим ножку циркуля сюда и получаем, соответственно, здесь. Примерно так. Понятно, что эту конструкцию можно продолжать бесконечно на всю плоскость. И тогда, безусловно, тоже все получится. Хорошо. Так, на всякий случай, когда у вас есть правильный шестиугольник, все ли понимают, что такое... 6 пополам. Как называют эту фигуру? Треугольник. Равносторонний треугольник. То есть, если взять через одну вершину правильного шестиугольника, то возникает равносторонний треугольник.